Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство NAS InPhone 1, и сейчас я покажу вам, как поменять язык клавиатуры. Итак, для этого нам нужно открыть где-нибудь нашу клавиатуру и нажать на значок шестеренки. Если у вас нет этого значка, то нужно будет перейти в настройки, в системные, выбрать клавиатуру и так далее. Итак, нажимаем на языки. Далее нажимаем добавить клавиатуру. Выбираем какой-то язык, после чего возвращаемся, и теперь, нажимая на данный значок, мы можем переключаться между языками клавиатуры. Вот, и на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.